Невский, пожалуй, один из самых популярных сериальных запросов в сети на протяжении нескольких лет. Проект неизменно собирает высокие рейтинги на НТВ, при этом вызывает бурные споры. Недавно зрители даже потребовали оживить погибшего в четвертом сезоне героя Дмитрия Паламарчука, криминального авторитета Фому, чью потерю тяжело переживает его лучший друг майор Семенов. В пятом сезоне герой Антона Васильева возвращается в полицию на должность начальника уголовного розыска МВД по Центральному району, чтобы расследовать это дело, ведь убийцы ушли от наказания. Еще один его друг, полковник Андрей Михайлов, переходит из престижного центрального службы в криминальный район, где живут по законам улиц. Антон Васильев, начиная сниматься в Невском, думал, что сериал станет обычным, проходным боевиком. Он не ожидал, что его персонажа настолько полюбит зритель. По мнению актера, секрет успеха проекта в лихо закрученной сюжетной линии, основанной на реальных событиях, и в том, что в сериале нет хороших или плохих полицейских, просто показана их жизнь и, конечно же, действительно рабочие будни. Работа над всеми сезонами проходила в Санкт-Петербурге. К слову, сам Васильев тоже из Питера. Актер жил в обычном спальном районе города, зато сейчас, по его признанию, благодаря сериалу «Невский», он перебрался в самый центр. На съемках сериала с Антоном случались курьезы. Однажды Васильев стоял в полицейской форме и ждал начала мотора. Никаких специальных ограждений не ставили. И тут к нему подошла пожилая женщина, попросила разобраться с мужчиной, который за углом справлял нужду. Васильев начал объяснять, что он актер, но бабулька не слушала. Пришлось пойти разобраться. А в другой сцене, которую снимали в метро, Васильеву надо было забежать в станцию с пистолетом, чем он сильно напугал женщину с ребенком. И шестой сезон, который вы сможете посмотреть в начале 2023 года, будет называться «Расплата за справедливость».